Добрый день, в эфире телеканала НТС Новости, в студии Елена Яковлева. Границы Кыргызстана с Китайской Народной Республикой продолжают оставаться закрытыми, однако по сообщениям Минздрава оттуда пропустили 54 большегрузные машины через КПП Киштам и Туругард. В данное время в блиц-пунктов нет ни одного перевозчика. На момент разразившейся вспышки коронавируса водители находились в китайских городах Топой и Улчат. Перед тем, как впустить их на территорию Кыргызстана, они прошли обследование тепловизором и сдали анализы. Спустя 3 дня нахождение в спецлагерях, расположенных на контрольно-пропускных пунктах, процедуру диагностики снова повторили. Результаты оказались отрицательными. Их направили под карантин домой под наблюдение врачей. Чиновники мэрии выделяли деньги на поездки спортсменам, которые ни на какие соревнования не выезжали и даже об этом не знали. Коррупционную схему выявили сотрудники Госкомитета нацбезопасности. Там сообщили, что сумма ущерба около 3 миллионов сомов. По их данным, начальник муниципального управления физической культуры и спорта в сговоре со своими сотрудниками разворовывали бюджетные средства. Чиновники оформляли фиктивные документы, по которым спортсмены якобы выезжали на учебно-тренировочные сборы. Однако фактически ни тренеры, ни спортсмены ни на какие соревнования не ездили. Еще одну финансовую пирамиду выявили в Бишкеке. Компания «Аимдар Ордосу» привлекала граждан вкладывать деньги, обещая, что через некоторое время вложенная ими сумма увеличится. Через мессенджер WhatsApp злоумышленники завлекали кыргызстанцев предложением о работе с условием взноса 3000 сомов, а также необходимостью приводить в компанию своих знакомых. Деньги участники платили за непонятные подарки. Средства перечисляли на специальные счета, открытые в нескольких банках. На сегодняшний день в управлении ГСБ обратилось около 30 обманутых граждан. Служба попросила тех, кто также пострадал от действий мошенников, обратиться к ним с заявлением. Ну а школьные фонды продолжат существовать, но будут подконтрольны. В Министерстве образования накануне заявили, что никакого запрета на них и не вводилось. Слова министра образования Кнабека Исакова, сказанные сразу после его назначения на должность, неправильно поняли. Он якобы запретил директорам и учителям вмешиваться в дела фонда. Но сами организации дальше будут работать, так как их открытие и деятельность регулируются отдельным законом, пояснили чиновники образования. А значит, министерство не вправе их ликвидировать. Однако, заявили в ведомстве, они придумали, как родители смогут контролировать все поступающие туда деньги. Накануне разработчики презентовали специальный электронный модуль, который позволит родителям отслеживать движение средств родительских фондов. Его внедрили на базе платформы электронной записи в школы. Опробирование началось. Паломничество для мусульман подорожает. Хадж в Мекку, как сообщили в Духовном управлении нашей республики, теперь обойдется кыргызстанцам в $3350. Цены растут каждый год. Так, в позапрошлом году заплатить за путешествие к святым местам пришлось $2890, но уже в прошлом году 3000. Причина, как сообщили представители духовенства, связана с тем, что Саудовская Аравия повысила цены на некоторые услуги в Мине и Арафате. А еще визы и медицинская страховка также стали платными. В этом году Мекку посетят 6110 паломников из Кыргызстана. И на этом у нас пока все. Смотрите наши следующие выпуски новостей. Я с вами прощаюсь. До свидания. We'll be right back.